Всем привет. Так, капкан я на норку проверил. Там даже проловов нету, норка куда-то ушла. Вот сейчас только на редке проверю, и там внизу у меня капкан на бобра. Неделю ездил, бобрик не хочет в него идти. Взял еще один, хочу два поставить. Может, в какой залетит. Так, ладно, на редку надо проверить. На редку. На редку. Да. Что-то она вся затянулась. Это на редка листком. И рыбы, похоже, тут нету. Да. Два налимчика вон небольших. Походу, погода херовая была, какая-то пасмурная. Дождь иногда шел, из-за этого он не идет. Я так думаю. Идет только в солнечную. Так, ну ладно, у меня там еще одна стоит. Сейчас еще ту посмотрим. Так, вот ко второй подплыл. Никак еще не вытащу ее. Вообще ни хрена ничего нет. Есть. Тоже два таких же, блядь. Недомерка. Да. Что-то они какие-то мелкие. Почему такие мелкие? Непонятно. Речка что ли мельчает, они мелкие становятся. Так, ну ладно. Сейчас опять ставлю. И туда вниз, проверяя капкан на бобра, который ставил. Так, вот, ребят. Капкан уже неделю стоит. И ни хрена он сюда не хочет идти. Вот такие вот дела. Чем его сюда приманить, я не знаю. Приманка эта не работает, да? Ну ладно. Хотела я его снять. Но снимать пока не буду. Сейчас еще туда он повыше поставлю. Походу они там хотят свалить дерево. Вот там и поставлю. Не знаю, что тут с этим сделать. Чтобы он сюда пошел. Да. Приманку что ли опять этой намазать? Не знаю, сейчас подумаю. Там поставлю один еще повыше. Придется ездить опять каждый день, блядь. Вот такие вот дела. Ну ладно. Так, ну вот, поставил второй капкан. Не знаю, такое чувство, что он не выходит. Сидит в норе. Так, ладно, будем ждать. Подвесил тыкву, куски тыквы. Потому что я до этого вон там вложил тыкву. Тоже на палке ее закрепил около воды. Рядом с водой. И куда-то она исчезла. Осталась только одна палка. Возможно, бобр ее взял. Короче, я ее поставил с этой. На насторожку. Повесил куски тыквы.
А на тот, на первый капкан, который стоял, опять эту вот бобриная струя с вазелином. Ладно, попробую еще раз. Конечно, некоторые скажут, вот, чудак, короче, мучается, ездит. Я просто хочу для себя сделать, как сказать, эксперимент, что ли, провести. Как его можно поймать бобра? Не то, что там в каких-то протоках, ручьях, там его легко поймать. А вот именно на реке. Потому что здесь его тяжело поймать. Только зимой под лед ставить. Подо льдом они попадаются. Я в прошлом году ловил. С этой, с приманкой. С чурбачком, вон с кленовым или светловым. Они попадаются. А вот так вот, чтобы... В том году ловил только одного. Так вот, на тропе. Я его вечером поставил, а утром он попался. Не знаю, может, они сейчас еще не активны на улице. Заморозков нету. Тепло. Ну как тепло? Плюс 10. Ночью там, я не знаю, сколько, 5. Короче, вот так вот. Ну теперь буду ездить, проверять. Сегодня, может, еще поставлю в одном месте. Туда выше. Там у них заготовка прям такая хорошая. Видать, тоже семья живет. Может быть, и там поставлю. Так. Ну все. Всем пока. Так, вот. На второй день проверяю. Вот где была тыква, капкан сработанный. И видно, что он, мне кажется, сюда приходил. В капкане ничего нету. Ну да, ничего нет. Да. Первый раз у меня пролов в этот капкан. Не знаю, чего он сработал. Но бобр попался бы, мне кажется. Так, ну ладно. Будем ждать.